весьма известная улица Газалкенская. Здесь у нас первый дом на этой улице, друзья, новый, никто не жил. С замечательным, классным ремонтом, с участком в 3,5 сотки. Он трехуровневый, площадью 498 квадратов, с огромным заездом, с автоматическими воротами. В подвале есть, кстати, своя джакузи и финская сауна. Смотрите до конца. Начинаем сразу со двора, друзья, у которого есть два входа. Один с этой улицы, вот он, и второй там, рядом с летней кухней. Ну, это просто для пешеходов. Ну, вот мы и в доме. Попали через один из трех входов. И смотрите, какая сказка, друзья. Огромный холл с потолками в размер всего дома. Замечательные люстры, хай-тек, да, современный. Огромный сплит-системой. Да вот у нас еще много помещений, сейчас покажем. Какой стильный современный зал, друзья. Огромное остекление, панорамные окна на заезд. Вы представляете, сколько здесь можно гостей разместить. Как здесь можно с удовольствием наслаждаться просмотром кино, фильмов, интересных передач. Вот, кстати, друзья, еще один вход в этот замечательный дом. И рядом с ним расположилась очень комфортабельная кухня с готовой, встроенной мебелью и техникой Hofmann. Как вы заметили, даже есть остров для приготовления вкусностей. И, кстати, из этой кухни можно выйти еще на летнюю барбекю-зону. Рядом с кухней у нас общий санузел. Все необходимое. И гостевая спальня, мастер-спальня. Смотрите, какие здесь шкафы. Графитные, красивые, в потолок. И почему мастер? Потому что вот, друзья, отдельный санузел. Уже не просто туалетная зона, а еще и душевая кабина. Посмотрите, какая красивая лестница приглашает нас в подвальное помещение, точнее, минус первый уровень. Ну вот мы на цокольном уровне, друзья, в котором есть котельная, прачечная, постирочная. Там у нас холодная комната, огромное помещение, первое. И вот теперь мы приглашаем в изюминку этого дома, друзья. Та самая финская сауна из настоящего дерева. И рядом уже джакузи, как говорил я ранее, с небольшим водопадиком. А здесь еще можно ополоснуться, смотрите. Слив уже сделали, так что вода дальше не уйдет. Ну а теперь добро пожаловать на второй этаж. Сочетание дерева бежевого, серого цвета, замечательное. Здесь также установлен домофон, не нужно спускаться на первый уровень, когда вам пришли гости. И здесь у нас, друзья, мастер-спальня с видом на балкон. Точнее, с выходом на балкон, из которого виден двор. Вот мы и в самой спальне. Смотрите, какое разграничение хорошее, визуальное. Здесь же у нас туалетный столик. Здесь будет огромная кровать по вашему вкусу и желанию. Это сами уже выберите. Гардеробное ответвление от спальни с огромным зеркалом. И свой санузел. С огромной ванной и еще плюс душевая. Как вам угодно, так и приводите себя в порядок. Проходная зона второго этажа с замечательным столиком. Как будто из 70-х годов, но в современном стиле. Это он продолжается. Здесь выход у нас на еще один балкон, также с видом во двор. Везде, кстати, сделаны теплые полы, кроме спален. Коих еще в этом доме две. Давайте, например, с этой. Большие шкафы в потолок. Встроенная мебель готова, везде сплит-системы установлены, остается только мягкая мебель, даже брашки. Или лучше сначала еще одну спальню, скорее всего детскую, здесь угловое остекление, боже, какая красота, а? Вы посмотрите, и отсюда, и отсюда. А вот теперь идем в общий санузел для деток. Он очень просторный, также подвесная инсталляция унитаза, раковина, тумбочка, душевая кабина. Ну а теперь, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и поделитесь этим видео с тем, кто ищет такой хороший, современный, хай-тек евродом.